вражеских. Так, вот у нас, Олег Николаевич, сейчас мы посмотрим, что же там происходит, что за шум там возле здания областного комитета. Посмотрим, что там происходит. О, там собрались какие-то... Какие-то люди там собрались. О, надо же. Какие-то бандеровцы пытаются проникнуть на территорию. Проникли на территорию областного комитета. Мы так полагаем, что они хотят повторить то, что делают на Украине, борьбу с памятниками героям советского государства. Вот. Вот бандеровская зараза добирается до нашего города. Так, смотрим. Так, вот, что-то предъявляют. Какой-то бумажкой трясет. Как раз мы с Олегом Николаевичем говорили о советском времени, о Советском Союзе, о той борьбе, которую мы вели с нацистами. Вот какие-то негодяи пытаются помешать нашему празднику сейчас. Ну, ясно, тут установлен памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину, верховному главнокомандующему, который, конечно, вызывает раздражение и недовольство у всякой нечисти. Так, смотрим, да, продолжается там как раз, ага, вот он и показывает сторону памятника. Да, зябко им в Сибири-то. Так, вот тут завязывается потасовка. Коммунисты не рады появлению таких гостей-то. Так, продолжаем следить, что там происходит. Так, но здесь обязательно должны появиться красные партизаны. Так, что-то он показывает. Я пока, ну так надо.
А вот и красноармейцы приходят. Так, и красноармейцы вступают в бой с этими бандеровцами. И все, и побеждает, конечно, Красная Армия всех сильней. Враг разбит. Да здравствует непобедимая и легендарная Красная Армия. Так, давайте их уводите. Дальше их ждет суд. Справедливый за те преступления, что они сотворили. И вот этого бандеровца туда же. Я свой! Пошли! Я из партизан, меня послали! Пошли, предатель! Тихо! Так. Вот судили и наказали. Так, ну вот я хочу поблагодарить